Избирательный диктант проходил на 300 площадках Московской области. В Видном к акции присоединились учащиеся 11 школ. Знание права, по мнению председателя территориальной избирательной комиссии Ленинского района Татьяны Спириной, дает молодым гражданам существенные привилегии. Молодые люди, которые разбираются в избирательном законодательстве, всегда могут отстаивать свои права, знать, как проводятся выборы, пользоваться таким своим знанием. Это очень важно. Кроме того, очень много сейчас профессий, связанных именно с политологией, с политическим нашим просвещением. В ходе диктанта школьники в течение часа должны были дать ответы на 50 вопросов. По мнению участников тестового опроса, задания были не самые трудные. Однако над некоторыми приходилось думать больше обычного. В такой проверке знаний избирательного права есть своя польза. Этот диктант дает опыт для того, чтобы поступить как-то. Я на этом диктанте познакомился с работой молодежной избирательной политики, вообще избирательной политики всей нашей страны. И я считаю, каждый гражданин должен знать про нашу избирательную систему. Илья Новиков учится в 9 классе. Летом ему предстоит сдавать объединенный государственный экзамен по обществознанию. Школьник подходит к диктанту не только как к проверке собственных знаний, но и получению новых. По его словам, каждый гражданин должен знать избирательное право. Я считаю, что очень важно, потому что мы граждане Российской Федерации, ну, я и вы, и мы должны принимать участие в жизни нашего государства. Эти знания в дальнейшем пригодятся каждому школьнику. Будущим избирателям необходимо представлять, как функционирует система права. Именно поэтому директор 11-й школы Ольга Домоневская уверена в том, что ученики покажут достойные результаты. Мне бы хотелось, чтобы ребята показали достаточно высокие результаты после написания избирательного диктанта, потому что в них наше будущее и законодательная база, которой они будут владеть, позволит мне обеспечить хорошую достойную старость. Избирательный диктант определил уровень знаний школьников о праве. Некоторые участники убеждены, что дали правильные ответы на большинство вопросов. Однако с результатами тестирования они смогут ознакомиться только в конце декабря. Арсений Рогозянский, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ.